Это еще. Давид, заказывай себе, короче, этот гидру, а я буду за тобой летать на байке. У меня просто этот, на этот байк, может, деньги есть, но у меня очень останется. Ну и что, это, я говорю, лучше это вообще ничего. Э, как открыть-то? Как на геймпаде это работает? Что это такое? Я полетел. Я просто от копов улетаю, как на самолете. Что? Сейчас, секунду. Разберусь. Вот уже 8 гигов оперативки занято. Так. Подожди, буду еще. Тут от 4 звезд ухожу на этом байке. Это довольно легко. Игорь, а глянь, пожалуйста, я на твоем сервере или нет? А, нет. О, я чуть не иду. Ты не тут. А, я, подожди, стой, есть? Нет, ты здесь есть, да, точно, почему-то... Подожди, я что-то есть. А чё я не могу идти? Не знаю. А! Ой, Колян тоже зашел к нам, красиво. Чего? Давид, ты с кем играешь? Чё у меня этот Steam Pictures открылся, и при этом его нет. Да ну! Чё такое? Мать! Да я не могу, мне ничего не работает, у меня экран как будто... Во! Наконец. У меня как будто мышка и клавиатура работают с каким-то фоновым приложением. Тут сейчас так красиво, работает. Тут, короче, это... Тут туман такой начался, вот ты видишь это? Я пока что в своем бункере. А. Я ищу выход. А вы где? Так, сейчас, подожди, я тебя найду на карте, я к тебе прилечу. А чё в какой-то задницу там? Это хороший вопрос. А, я качусь куда-то. Так, сейчас я тебя найду. Подожди, ты где? А, ты вот тут, я понял. Сейчас я к тебе прилечу, стой на месте, короче. Ладно. Я до вас долечу тогда. Я упал с мотоцикла и как бы... Всё? Чё это было? Ты, короче... Сейчас, я лечу к тебе. Куда ехать? Ну, к Коляну поехали для начала. Я к вам сейчас прилечу. Да нет, я сам к тебе прилечу. На мотоцикле. А я даже в ссоре. Ну ладно, давай встретимся в воздухе. Ой, подождите, вы что? Бери гидру, собрались? Давид, бери гидру. Во-во-во, вот это наш. Вот это наше. Ах ты чё, прям почти накупился. Тварь. Как на геймпаде включить это? А, я понял. Нет, мотоцикл, не падай. Тетка, вставай. У меня мотоцикл упал. Что происходит? Чего? Че за хрень? Слушаешь, да, Гог? Да. Окей, все, я записываю это.